Muzi farzandlari uchun ruscha aytib beraman. Ha. Paruski Mama Грузинский дедо, по-аварски ласкала баба, по-узбекски она из тысяч слов земли и океан, у этого особая судьба. Мама, дедо, баба, став первым словом в год нашей колыбели, оно порой выходило в дымный круг, и на устах солдата в час смертельный последним словом становилось вдруг: мама, мама. Горюя, и скрыв слезы при ясном свете дня, не беспокойся, мам, говорю я, все хорошо, родная, у меня. Тревожатся за сына постоянно, святой любви великая раба. По-русски мама, по-грузински дедо, по-аварски ласкова баба, по-узбекски она. Расул Гамзатов. Oh.